45-й день, как я покинул дом в поисках впечатлений для моей новой песни. Вдохновение пришло вместе со штормом. Так близко к цели я еще не подступал. Еще несколько нот, и песня будет готова. Сорок шестой. Лодка разбита. Починить поломки нет никакой возможности. Провизии и вода закончились. Но хуже всего, я опять потерял вдохновение. Эй, здесь есть кто-нибудь? Что у нас тут на этот раз? Не густо у тебя с нотами. Смотри, смотри. А вдруг как найдем? А ты давай слушай, чтоб ни одной ноты мимо уха не пропустил. Время идет, а жемчужина нашей коллекции — золотой хит — так и не найден. Золотой хит? Полундра! Кто это прячется за моим любимым креслом? А ну, выходи. Имейте в виду, я занимался боксом. Я стократный чемпион. Что он сказал? Он шпион? Этот слон говорит, что он чемпион. Сейчас посмотрим, какой он шпион. Я ж свой. Золотой хит! А не врешь? Эх, не получается немного. Как так? Да у меня вот только маракасы, а тут бы еще ритм подстучать. Ладно, три или четыре четверти. Вам сколько? Вот так отлично. Нет, не получится. Не получится? И стойте! Просто басовой партии не хватает. Эх, тряхнем стариной. Отлично! Это лучшая музыка на свете.
нашел ее! Мы нашли ее! Яркое солнце над миром горит, и что-то внутри мне говорит: будет, будет, это будет хит. Белая птица над морем парит, и что-то внутри мне говорит: будет, будет, это будет хит. Заболею я, пусть посидею я, но по-другому петь не умею я, но по-другому петь не умею я. Заболею я, пусть посидею я, но по-другому жить не умею.